Юль, ты так поправилась! Серьезно? Нет, просто хочу испортить тебе настроение, потому что у тебя грудь больше, чем у меня. Вот ты стерва! О, спасибо! Мне это очень помогает в жизни. Саша, купила новое платье? Да, вот хотела купить настоящее, но денег не хватило. Поехала на секонд, купила подделку. Круто! Юль, недавно прочла в Космополитене рецензию на новую книгу Элизабет Гилберт. Хочу зарисоваться, что читала всю книгу. Давай. Я все равно знаю, что самое сложное, что ты читала, это инструкция к плойке. Сань, мы с Кириллом идем в кино? Бери своего, пойдем с нами. Да, он меня бросил. Почему? Да слушай, я тупая, сижу дома, ничего не делаю, в постели вообще бревно. Что со мной ловить? Знаешь, правильно сделал. Ну вот. Юля, пойдешь со мной на свидание? А их что, двое будет? Нет, просто будешь моей некрасивой подружкой. А мама мне говорит, что я очень красивая. Ну видишь, ты еще и глупая. Тебя очень легко обмануть. Саша! Тоня меня обижает. Ну, не обращай внимания, ну это потому что... Она завидует, да? Нет, потому что ты глупая и некрасивая.